простой официант, имею редкий я талант носить еду и уносить затем объедки. Слуга — профессия моя, а что поделаешь, друзья? Ведь дома детки просят деньги на конфетки. Я был когда-то пионер, образование — инженер, но больше нравится мне быть официантом. Я не хочу других идей, люблю обслуживать людей и быть для каждого прилежным интендантом. Официанты, между прочим, тоже люди, а не какой-нибудь предмет на голом люде. Вчера обслуживал банкет, забыли гости этикет, и со столов, что не дожрали, все забрали. Кто в целлофановый мешок, кто в детский вымытый горшок, и матом гости, как сапожники, орали. Сегодня у меня клиент, большой московский диссидент. Он хельсинскую крепко знает декларацию. А я уже ему несу селедку, водку, колбасу, иначе он устроит тут же демонстрацию. Официанты, между прочим, тоже люди, а не какой-нибудь предмет на голом блюде. А тут подсел ко мне атлет, он съел 14 котлет, все пил и жрал, но только было ему мало. Я подавал ему шашлык, салфетку вешал на кадык и подбегал к нему по первому сигналу. Он 10 раз просил икру, я по ковру, как кенгуру, скакал, метался, сохраняя обаяние. А он, как будто невзначай, всего лишь доллар дал на чай и в 5 утра сказал мне четко: «До свидания». Официанты, между прочим, тоже люди, а не какой-нибудь предмет на голом блюде. Тут кто-то начал приставать, девчонки вальс потанцевать, но эта девушка была чужой женою. Ее законный пьяный муж танцору выдал сочных груш, танцор слинял, не расплатившийся со мною. Сегодня хуже, чем вчера, хоть и пахал я до утра, домой пустой и злой угрюмо пошагаю. А дома ждет меня одна, моя любимая жена, прости меня за голый вассер, дорогая. Официанты, между прочим, тоже люди, а не какой-нибудь предмет на голом блюде. Но все ж случается подчас, вдруг осчастливит кто-то нас и щедро бросит сверху вескую монету. Спасибо тем, кто водку пьет, спасибо, кто на чай дает, спасибо, кто не знает, в жизни слова нету. Спасибо тем, кто водку пьет, спасибо, кто на чай дает, спасибо, кто не знает, в жизни слова нету.